Стокгольм. Балтийское море. Конечно, ветер сегодня, небольшое солнышко светит. Сентябрь месяц. Рожденный 1945 году. Это одно из доказательств, что он на борту. Приходили советские войска и захватили Барколь, и они здесь находились 2 года. Поэтому, как исторический факт, датчане не хотят сносить этот памятник, он так стоит. Просто я хотела сделать, чтобы вот показать один единственный монумент русскому солдату и доказательство.